Дорогие друзья, в моих руках находится подарок, который я получил из рук президента Республики Мьянмар. Сегодня здесь, в Международном парке Этномир, состоялось уникальное событие. Фактически мы осветили эту замечательнейшую буддийскую пагоду. И от лица Международного дипломатического клуба Amicability заслуженный художник России, академик Российской академии изобразительных искусств Александр Шилов вручил портрет президента Республики Мьянмар, также пейзаж с изображением одного из ландшафтов Калужской губернии президенту и его супруге. Я считаю, что культурная дипломатия – это то сверхоружие, которое скрепляет наши сердца, делает нашу дружбу реальной. И уверен, что именно это устанавливает гармонию глобально в наши трудные времена. Поэтому всех еще раз поздравляю с этим замечательным праздником. Ом Мани Падме Хум. Пусть лотос вашего сердца сияет духовной любовью. Самый сакральный момент, когда президент Республики Мьянмар водрузил такой золотой лотос на вершину пагоды. Мы видим, что, наверное, это все-таки божественный знак свыше, потому что сейчас очевидно прольется дождь небес, и это символ изобилия. Мы видим, что все приходит в абсолютное волнение. Скоро будет подружена та самая святыня на пику буддийского датсана. Видно, что вот остатки святыни раздаются, и это вызвало оживленный такой ажиотаж. Люди ловят лепестки лотоса, радуются. Это практически религиозный экстаз. Сегодня с вами являемся свидетелями и участниками красивого священного действия, подвижения священного алмазного Плутона и орнаментальной лопасти на берег храма Шинагова.
Получить подарок от президента Мьянмы, эту замечательную гравюру с надписью от президента государственную. И я надеюсь, что мой портрет, который я написал, и пейзаж Калуги послужит действительно теми соединительными энергиями. Надеюсь, что обе наши страны будут скреплены узами дружбы на многие десятилетия вперед. Уважаемые друзья, от лица Международного дипломатического клуба «Амикобети» мы сегодня от всей души поздравляем художника Александра Шилова, заслуженный художник России, академик Российской академии искусств. И вы знаете, то, что сегодня произошло, это уникальное событие. Потому что президент Мьянмара не просто получил портрет от Александра Шилова, а супруга президента замечательный пейзаж с видом Калуги, Калужской области. Сегодня произошло практически соединение двух наших братских народов. И президент пообещал лично организовать выставку Александра Шилова в Мьянмаре, в столице замечательной республики. Мы надеемся, что культурная дипломатия в 21 веке сможет дать те плоды миротворчества, гармонии, которые послужат во благо всего человечества.